Замысел художественного проекта, его истоки. Это таинство, внутренний монолог с завязанными глазами, блуждание в лабиринтах подсознания, которое неожиданно приобретает вполне реальные формы. И начинается действо. Анатолий Осмоловский настаивает на двух вещах. С давних пор на революцию, с недавних на шоу. Его акция «Леопарды врываются в храм» задумывалась как совмещение того и другого. С долей иронии и самоиронии. Три фотографии. Бретон, Маринетти, Маяковский. Три различных по размеру живописных полотна. Красное, красное по черному и черное. Символизирующие, соответственно, льва, тигра и пантеру. И три живых леопарда или гепарда в галерее. Зрители в клетке. Человек с завязанными глазами – это символ революции, анархистской революции. Человек, который не может, который ничего не видит и который движется в неизвестном ему направлении, как написано в нашей книге. У настоящего революционера не может быть стратегии. У него есть только тактика. Почему умиляют животные? Ницше описывал подобное чувство как зависть. Зависть к животному, который сейчас же забывает, и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Завораживающее, абсолютно ничего не значащее действие. Движение вокруг нас леопардов с их невозможными телами и удивительным выражением глаз. Тем самым, о котором Хлебников писал, когда взгляд зверя больше значит, чем груда прочтенных книг. По поводу своей инсталляции. Но главное, что это символ, символ манифестация радикальных революционных направлений в искусстве. И таким образом это как бы символ революции и ее трагедия в какой-то степени, потому что та клетка, которая защищает агрессивных леопардов от людей, это трагедия революции, которая не может прорваться сквозь текст. Какая-то свиньяпочка. Слушай, а у тебя, кстати, похоже на то, что было. И у меня похоже, а у всех похоже. Посмотрите, а у всех очень... Ну, это как почерк. Нет, у меня не очень. Нет, у тебя похоже, похоже. Правильно, потому что в тот раз ты подсматривал, что ты признался, что ты не подсматривал. Вот если бы ты не подсматривал, ты признался. Нет, у меня все равно более похоже. У меня все эти цельные. Number nine.
Просто на...